Hello. Тебе чит нужен? На кого? Всем На привет, шоу Окупай Разваляй. Чего? На чё? Блин, не знаю, ты меня сам добавил так-то. А какой чит, ну, в смысле? На Майнкрафт есть там? Да, конечно, скинуть. Скинешь? Конечно, сейчас. А тебе на какую, кстати, версию, блин? На 1.5.2, я пират. Чё ты? Я пират, я не лицензион. А ты в каком море плавал? В смысле, море плавал? Ну ты пират, блин. Нет, я пират, ну ты понимаешь, что... А, типа на пиратной версии, что ли? Да. Ага. Тебе Майнкрафт хак пойдет? Пойдет. Отлично. Антивирусник выключи, пожалуйста. Кай. Ой, блин. Чуть-чуть так не удалил, блин. Не то чуть нажал. Вот, лови, короче. Так. Сейчас. Там ничего не будет, если антивирусник. Не-не-не, там читов, да, читака, ну, короче, не-не, нормально все. А ты сможешь это демонстрацию экрана сделать? А он меня лагать будет. И что? Там только на время установки нужно. Сейчас, подожди, скачу. Ну ладно, не суть, запускай. Я запустил. Чё, и чё, там видишь, там есть эти галочки такие? Тут ничего нету, тут просто C-User, всё такое. Чего? Это чё, экзесник? Не знаю, а покажи экран, слушай. Тут написано C-User Сергей Desktop. А, да, извини, блин, завтыкал. Не то скинул? Блин, я путаю их. Вот. Извини, окей. Ок. Ой, погодь, блин, это я тебе на этот, на, блин, на копателя скидываю. Он на копатель тоже пойдет. А, ну ладно. Блин, ты все-таки демонстрацию сделай, блин. Подожди, я сейчас пока ж не могу, у меня лагает. Все. Что ж так лагает? Ладно, ладно. Блин, что так долго качается? Мне у нас 100 коров дает больше. Удивляет. Меньше. Окей, чё. Блин, я уже вообще задолбался за сегодняшний день всем чита раздавать, блин. То чё, ты пират, что ли? Да. Ясно. Ну ладно, запускай. Демонстрацию сделай сначала. О, прикольно. Блин, Спицхак. Покажи демонстрацию, что там у тебя. Сейчас. Давай. Тут смотри. Тут показано мегачи для копателя, браузер, так. Да-да. Слушай, короче, это, выбирай браузер сначала. Ага. Выбрал? Да. Вот, теперь это... Так у меня такой же чит был, я уже знаю. Только тут по-другому все. Ну да, я знаю, есть... Это типа новая версия. Прикольно. Видишь, это новая версия. Угу. Ты рад? Ты чё? Ну, ты рад, что ли? Я тебе чита скинул, блин. Вот. Нет, но это накопатель, что ли? Ну, блин, ты ж только что тоже просил. Хотел тоже накопатель, сказал, можно. А зачем я антивирусник-то отключал? Блин, просто. Ну, смотри, тут есть, блин, пак деревянных кубов, пак каменных, короче. Прикольно. Да, я знаю, у меня такой был читок. И я им пользовался, я знаю, как это заказывается. Читок, блядь. А у тебя на Майнкрафт нету? У меня только нудус есть, надо? А, нудус, не, я бролетарий хочу.
Ну, в принципе, все, давай, ты сам знаешь, да, что там как устанавливать. Да, я уже играл с таким читаком. Слушай, а ты это думала, что я тебе винлокер скину, да? Винлокер, а это что такое? Ой, ты не ври, что ты не знаешь. Я не знаю, что такое винлокер. Что за винлокеры? Все говорят, что такое, это мне спрашивают. Вот покажи свой экран, слушай. Винлокер показать, зачем? Ну, я хочу убедиться, что у тебя не виртуалка и что ты знаешь, что такое винлокер. Я не знаю, что такое винлокер. А что такое виртуалка? Виртуалка я тоже не знаю, что такое. То покажи экран, я тебе покажу, что это такое. Сейчас, подожди. Давай. Подожди. Объясни-ка. Чего? Чего говоришь? Что такое? Объясни. Ну не, ничего, забей. Короче, это... Слушай, чувак, я тебе реально скинул настоящий чит, ты знаешь это? Ты знаешь это, да? Ну, чит. Ну, ты реально не ожидал, что это... Блин, ну ты думал, что это минлокер, правда ведь? А что такое? Ну, почему ты... Чё ты смеёшься-то? Да. Ну, это шоу, удивляй, как бы. В смысле? Ну, я смотрю... Скидываю я сначала экзешники, собственно, проверяю людей. А это потом... как чит-банат? Не знаю, наверное. Если ты знаешь, что такое чит-банат. Да, я знаю, кто это. Витька я знаю, да. Слушай, короче, это... И потом скидываю настоящие читы, смотрю на реакцию людей. Вот. Ну, если ты смотришь... И чё ты это всё, да, уже это... снимаешься? Чего? Ты чё, снимаешься, да? Я, да, я порно-актёр. Ты спросил, снимаешь? Ну, ты в смысле видео, да, снимаешь казнь читеров? Да. Я? Нет, я не снимаю казнь читеров. А чё ты делаешь? Блин, я тебе только что обосновал, что я делаю, ё-моё. А ну, ты чё, сейчас вообще... заснял, в смысле? Чего? Ты чё, в смысле, сейчас заснял? Ну да, я ещё до сих пор записываю. Это, слушай, ну ты понял, да, суть вот этого? У меня два шоу просто. Первое... Чего? Ну ты это выложишь в видео? Ну, блин, я не знаю, наверное, выложу, потому что, мне кажется, моя суть шоу удалась, потому что ты... Ну ты знаешь, что такое минлокер, правда ведь? Ну. Вот. И ты, ну ты ведь через виртуалку сидишь, да? Я через виртуалку тогда сидел. У меня вот вирус, ну, да, всё, у меня антивирусник есть, у меня и на виртуалке он там работает везде. Я понял. Все, значит, суть шоу удалась. Ты думал, ну как бы ты думал, да, что я тебе скину винлокер? Да, винлокер. Ну все, заебись тогда. Все, заебись. Так. Ну вот, в принципе. У меня подписчиков не очень много, я, собственно, не славлюсь на ютубе, как читбанят, но просмотры есть свои. Ну, а нафига вот ты меня заснял? Вот зачем это тебе надо было? Ну, блин, видос залить. Не, ну я, собственно, тебя сегодня заливать не буду, потому что мне, блин, сегодня... Ладно, сейчас я остановлю видео и тебе расскажу все. Сейчас. Ну, в принципе, вот и все. Сейчас я буду с типом дальше побазарю. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.